Дорогие подписчики и зрители канала, канал ТВ Маэстро приветствует вас. Подпишитесь, пожалуйста, на канал. Просматривайте ролики, смотрите, чем мы занимаемся. Помощь людям, оказавшимся в трудной ситуации. Пишите комментарии по этому поводу, ставьте лайки, давайте общаться. Личная вся информация в описании каждого видео, в описании канала. Нажмите колокольчик, чтобы быть в курсе событий, происходящих на канале. Звоните, пишите в WhatsApp, Viber, Telegram, личный телефон. Приятного просмотра. Спасибо большое заранее. Таблетки? Да. Левомицетин. Сейчас куплю. Ой, благодарю. Благодарю. Блядь, не снимает, похоже. Конечно, а как ты думала? В сказку попала, нихуя себе сказочница. Сейчас мы тебя еще, блядь, замуж зададим, отдадим за принца. За принца, за какого? Я уже не хочу. Я хотела сказать, что какие-то карманы. Левомицетин, да? Левомицетин. Сейчас возьмем. Чика, куда пошел? Ты на соль. На соль? На соль тебе. Я умираю. Хватит тебе на соль. А не фотографируй меня. Не фотографировать? Не надо. Не буду. Что такое? Хватает на соль? Дай на пиво. На пиво не дам. Ну дай на хлеб еще. Ну нету у меня. Я тебе верю, только не у меня не фотографируй. Ладно, все, не буду. Ты меня понял? Не буду. Я твой фотоаппарат. Че говоришь? Да Чику сейчас встретил там. Ой, бля. Да. Ой, дай, говорит, на соль. Ему соли да, надо. Дал какую-то мелочь. Ой, да, знаешь, дай теперь на пиво, блядь. На пиво, говорю, не дам. Ну, назад пошел. Спасибо. Узнал. Спасибо. Еще спасибо умеет говорить. А он это, подожди. А я хуй его знаю. Он в одной. В одной паре. Жестикулирует. А, ну, все понятно. Какие штаны у тебя модные? Все сказали. Вчера еще похвалили. Да? Да. Когда сигареты я спрашиваю. Ой, где такие? Это Ксюха мне подогнала. Ксюха, в каком магазине ты их спиздила? А не знаю. Это секрет. Ты очень стеснительная. Соску ты зря дала. Пьяная такая стеснительная. Ага. Можно подумать. Соску ты зря дала. В нашем подъезде никто не ебется. Ну, извините. Как получилось? Соску надо повесить, как-то лезть. А куда эти архаровцы убежали? За бухлом? Я за телефоном. Обещал. А. Мне уже все пипец. А он местный, да? Это усатый? Это... Тут Кирилл, а тут... Какой не русский? Чеченец. Ну. Салавди. Ну, и в честь чего? Что ну, я такого ну, не говорила? Ну, он копит. Ну, понравился, наверное, ему. А-а-а. Не знаю уж там что. Все ясно. Молодой парень. Ну, как молодой? Мой, наш ровесник. Все. Вот, работает в МЧС. И вчера перевел денежку. Говорит, Ксюхе обязательно купи бутылку. Поэтому ты позвонил мне? Ну. А я до сих пор симку не могу никак активировать. Ну, ёпта. Только музыку хожу, слушаю. Ольга, тебе надо лечиться. Ты такая стала, блин, худющая. Я-то хоть не худющая. Да ты в одной паре. Тебя лопатой хер пришибешь. Я еще та сволочь. Девушка, дайте глоточек. Нет, лучше два.
сзади надо. Ну что, какие планы на сегодня? Да, хотелось бы еще усугубить. Еще. Пока... Грядка, видишь, блядь, большая она. Грядка большая? Нет, пока грядка двойная. А остальные как-то по барабану мне. Ольга с ногами просто не может смотреть. Да я пробегусь, сегодня... только от этого предложения. Чего тебе вообще надо? Чего тебе и болит? Ничего не надо. Более-менее спали. Этого придурка взядет у кресла книжку. Я говорю, все орет. Вообще ни хера не делают. Я вообще поражаюсь. Я бегала аж до менделя. Нет, я-то бегаю. Шукаю, да вы-то понятно, о чем мужики-то сидят. Так он даже сигарету не может вернуть. Ходил, так вчера он... бычки собирал. Белый один бы скачет, прикинь, как этот вертолетный. Мне больно ходить, ты поверь. Белый, думаешь, один? Я еще с ним. Не, плохо, ну, я чувствую, но все равно... Я про мужиков сейчас говорю. Ой, мужики привились, единицы остались, поверь. Раньше такого не было. Раньше он, не было такого. Как утром, да? А сейчас? Встали, похмелились, все рассосались, кто куда. А сейчас бабы с сумками, а мужики идут. С никотином в руках. Это что, мужик? Это бжик и уже не мужик, я считаю, да. Ну, нет, больше всего убивает. Вот Ольга сидит, да. Чего тебе надо? Какие лекарства тебе надо? Ну, чего мне надо? Я не знаю, что там. Что у тебя болит? Ну, мне ничего не болит. А теща, глянь, какая. Ну, это пиздец с ногами, конечно, да. На кроссовке толком не может ходить. Ну, а точно, здесь, во-первых, бухара. Так она еще несколько дней кроссовки не снимала. Это она сейчас начала снимать. А. Да вообще, вон та нога больная, да, которая опухла, пиздец. Да, да, да. Две такие. А как ты говоришь, у тебя диарея, а можно при диарее мочегонные пить? Можно. Я медик, да, можно, ну, шикарно. Но только тебе тогда еще и памперсы, чтобы успела забежать. Ой, бля. Ой, бля, вот тебе и ой, бля. А что такого? Пока лето, тебе надо полечиться, блин, вылечить организм. Нога эта твоя. А там что, не сказали? Я туда не уехал. Там болтов тебе это наставили, да? Тут была, она называется. Тебе туда пластину поставили, да? А их что сказали, через год выворачивать или нет? Нет. Хочешь выворачивать, хочешь выворачивать? Нет, титановые, 4. Ну, я понял. Винты, винтовая я. Из-за чего и запомнила. 4 винта у меня. Колено ж собирали. Неплохо ты приземлил. А он не верил. Думал, то, что я притворяюсь. Да, это приколы, блядь. Хуя себе приколы, блядь. Я помню, как ты на Минделе кричал, блядь. Ай, когда, блядь, на носилку ложили. Ай, больно, не трогайте, блядь. А я сижу и понять не могу, блядь. Все равно ж бегала. Я думал, или, у тебя или, это... или сидела я. Все равно ж денежку что-то. Или сигарету. А этот сядет. Как его прозвала? Сиська. Сиська. Потому что у него сиськи больше, чем у меня будут. Белый еще прикалывается. Может, говорит, ему личик твой подождать? Я говорю, ага, сейчас, нахуй, еще денется буду. А че этот до скольки спать будет? До обеда. Ой, нет, ой, если ой. Хочешь, сейчас она, блядь, вся сюда просвечивается. Ёб твою. Позвони ему, вызови его сюда. А что сейчас вызывать? Водку уже выпили. Ну, что ты делаешь? Ребят, ей же этой Ольге купил мочегонное средство. О, жалко тоже. Где-то она есть у меня. Какой-то прямой эфир был в прошлом году. Еще я когда бухал, вот она там где-то светанулась у меня в прямом эфире.
можно вот обратить внимание, как она год назад выглядела и как сейчас. Вот ее машина сбила, и вот эта нога у нее болит. Поставили там пластины, и просто организм уже весь до того истощал. Она стала как это, блин, спица для вязания. Все болит у нее, и, короче, ни хрена ничего не делают. Ну, самая главная причина — это бухара, бухло. Вот. Пока она будет бухать, ни хера у нее не вылечится. На, вон. Не уйти. Ты про водку сейчас спела, что ли? Чего того? Ничего, никуда не пошли. В Болгарию за телефоном? На китайскую границу вдоль стены. Я понял. Все, пойдем белому грею закинем. Так я заползать полностью сама буду. А, сама? Да. Таблетки, Саш. От души. Да ладно тебе. Это под, подписчикам спасибо скажи. Большое-большое спасибо. Чечне. Дай Чечне Грозному привет. В носу поковырять. Давай, не буду снимать. Корсет натяну. Корсет. Атр. Алия в корсете. Не, серьезно, чтобы классно не отлипал. Корсет перетянусь. Ты на лейкопластырь, да, приклеила? Да. Она что? На слюну надо было. Шлёпнуть эту массу. Ебать, жмень сигарет за полчаса ушатали. Ну так уж, извини, народу-то сколько. Совсем махать. Особенно некоторые по целой сигарете, блядь, у сандалии выйдут. Так можно, блин, эту сотку, блядь, на троих. Ну на. Так, эту сумку сразу убери. Милому любимому. Милому любимому и снимай. Хуяк? Хуяк? Нет, в натуре просто белого. 8 тысяч человек, никто не видел ничего. Чего, сколько? 8 тысяч человек, никто ничего не видел. Нет, это все скрыто было. Надо было вот этого мужика заснять, который вчера, без трусов. А, этого я не видел. Ты тоже видела, да? Я нет. Я тоже не видела, я... мы уже с белым ушли, наверное, да? Я вчера рано домой ушел, я вчера устал. Я спала. Мы вчера ездили... Я помню, что было темно, когда мы уходили. Вчера ездили на Байкал. А, было начало 12-го мы уходили, темно. Потому что я еще только успела до перекрестка добежать, блядь, со скоростью ветра. Ну, как вы меня называете? Энерджайзер, электровейник, торопышка, как вы только меня не называете. Что я летаю очень быстро. Ну да, только с похмелья у меня. Заторможенность. Когда у меня так колбасит. А так, да, у меня... Вот, мне даже тетка говорила, сколько раз, куда ты постоянно торопишься. Вот сейчас мне это делать. То же самое. Куда ты постоянно торопишься? Ну, блин, я привыкла на энергию. Поняла ли я? Я врубилась, я не совсем пускаю. Я еще сутки с утра хотела, потом что-то меня переклинило, забыла. Ну, я понимаю прекрасно. Ой, кому хорошо. Счастье в кресле собрать. Что там? Тост хотела сказать. Всем добра, здоровья. Главное здоровье, остальное все придет. Да. Буль-буль. Закуска была разная, соль мелкая. А? Закуска была разная, соль мелкая, соль крупная. Ну, типа того. Даже не поморщилась, бля. У меня все как помаш. Все хорошо.
Только с утра иногда бывает не очень хорошо. Потому что денег в кармане... Вот одна какая-то не русская дребедюнь. Хрен поймешь. С каким-то дядькой сзади. Че это такое, да? Да и хер его знает. Дай гляну. Вчера положила, пусть не живет. 25 курус каких-то. Не, они нафиг не нужны. Евроценты были, еще только не было. Короче, Турция. Турецкая. Да и оставь себе, нахуй, она мне нужна. Кто-то собирал там у нас. Кто их собирал? Да я не помню. Леха, по-моему. Мент какой-то. Да, 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 мелкий. Ну, ну, ну. Да, там еще на столе лежат какие-то, если у меня. Я никуда не смахну. Евроценты или еще что-то. Короче, какая-то хуйвала.